Ребята, всем привет! Вы на канале «Интернет и деньги». Сегодня, 15 июля в 11 часов утра по Москве, стартовал один интересный проект от администратора «Великий уравнитель». Я думаю, многие из вас помнят такой проект, который неплохо отработал. Суть, в принципе, такая же. Будут постепенно открываться новые тарифы, здесь они называются «ступени», и на каждом тарифном плане депозит будет фиксированный, то есть фиксированная сумма вклада. Называется проект «Ступени Хеопса», предлагает нам 150% через 3 календарных дня, то есть начислений каждый день не будет, а именно сегодня вы, например, вложили и уже через 3 дня забрали свой депозит вместе с прибылью. Вот здесь прописаны ступени, как видите, открыта только первая. Минимальный депозит 10 рублей, ну, собственно, на каждой ступени он фиксированный, так что пока что в проект можно вложить всего 10 рублей. Я думаю, такую сумму может позволить себе каждый. Ну и далее все ступени будут открываться постепенно. Партнерочка здесь также имеется в 2 уровня, 7,3% соответственно. Давайте посмотрим на статистику. Дату старта я уже сообщил. Участников 289 человек. Инвестировано 2210 рублей, выплачено 35 рублей 40 копеек. Это уже выводят реферальные. Также есть новые депозиты, можно посмотреть, новые выплаты и топ рефоводов. Кстати, вот мой депозит, интернет и деньги, сумма 10 рублей. Теперь давайте перейдем в кабинет. Вот так он у нас выглядит. Пока что подключен только Pair рубли. В дальнейшем планируется подключить Pair доллары, Perfect Money доллары и даже биткоин. Как видим, здесь написано, что у меня вложено 10 рублей. И чуть ниже будет ваша реферальная ссылка. Прежде всего необходимо зайти в раздел «Установить кошельки». Здесь прописать ваши платежные реквизиты и их сохранить. Я пока что сохранил только Pair кошелек. Чтобы открыть депозит, заходите в соответствующий раздел. У меня, как видите, доступных депозитов нет, потому что я уже свой открыл. У меня вот здесь писало, что на Pair рубли я могу открыть депозит на 10 рублей. Далее вы нажимаете «Выбрать» и открываете свой депозит. На каждую ступень, на каждом тарифе можно открыть всего один депозит. Далее раздел «Заказать выплату». Здесь будет написано, сколько доступно. Нажимаете «Выбрать» и выводите свои средства. Кстати, выплаты по регламенту здесь обрабатываются от 1 минуты до 24 часов. Но в факе прописано, что зачастую около 1 минуты выплаты уже приходят на кошелек. Также есть история начисления, активные депозиты. Давайте, кстати, посмотрим. Вот мой депозит, который я только что создал на 10 рублей. И дата его закрытия. И также ожидаемая прибыль. Далее раздел «Закрытые депозиты», «История выплат». Есть вот даже рефералы, первый и второй уровень отдельно. Я еще не видел, чтобы два отдельных блока были на каждый уровень рефералов. И вот раздел «Баннера», который пока что находится в разработке. Ну что, ребят, вот такой вот интересный проект. Ссылочку на него оставляю в описании. Кому интересно, заходите на 10 рублей. Я думаю, можно здесь поиграть. Ну и, конечно, в дальнейшем, если будет сумма уже подниматься в новых степенях, то, соответственно, мы будем уже зарабатывать побольше. Ну а на этом все. Вы были на канале «Интернет и деньги». Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.